Вообще, как бы, здравствуйте, да. Мы перешли. Это наша первая игра. Данный ролик, не считая голос, я снял еще неделю назад. Но потом один человек, из-за которого меня забомбило на Вайме. Скажем так, у меня загорелось на Вайме. Я не знал, во что пойти поиграть. И я скачал одну немалоизвестную всем игру. Начинается на Genshin, заканчивается на Impact. Я не люблю аниме, я ненавижу аниме. Меня бесит голоса из аниме, меня бесит все из аниме. Но сама игра, именно открытый мир, насколько разные задания, то есть... Вот это все очень-очень прикольно, очень интересно. И поэтому меня немножко затянуло на пару дней. На неделю почти. Вот. И поэтому ролик выходит... Я не знаю, когда он даже выйдет, когда смонтирую. Сорян за голос, кстати. Я проснулся 15 минут назад. Ну, 20, ладно. Но ролик-то выкладывать надо все-таки. Не через год же, не через месяц. Но выложить надо. Вот. Ролик про 3 аниме ресурс-пака. Я их выбрал так, что даже они мне понравились. И с некоторыми я даже играл вчера. Полдня. Нет, полночи получается уже. Вот первый ресурс-пак, который вы видите... Этот ресурс-пак, он стоит самый первый не потому, что он самый плохой, а потому, что он 256x, и производительность у него, от него точнее, упадет на вашем компьютере, ну если он у вас слабый, значительно. Поэтому скачивать его я не советую, но если, ну, с вашим компьютером ничего не будет, просто у вас выиграть, ну, не сможете так, как бы тащить, вам будет не очень комфортно, а имеется все такое. А сам РП в целом, он же, в принципе, красивый, то есть мечи все, вот самый красивый алмазный меч, мне кажется. Вы можете понять, какой это меч. Игра у нас закончилась, переходим к следующей игре. Небо, кстати, в этом РП очень красивый, самый красивый среди всех. Все, переходим ко второй игре. Вообще, вот наша вторая игра. Скажу сразу, проспойлерю немножко. В этой игре происходит полная ахинея, полная дичь. На меня все падают с неба. Это хорошо, но это страшно. РП сам. Красивые мечи в нем, отпад, яблочки нормальные, броня вообще зашибись. Все удобные. Но один минус. Один большой минус. Да нет, даже небольшой. Инвентарь. Из-за того, что он выражен как бы в темных оттенках, но эти оттенки ярко выражены, он немножко некоторые вещи скрывает. Вот это, вот это не очень удобно, но посмотрите на эти партиклы. Они отпадные, они невероятные, они красивейшие. О, русский язык. Как я сказал, вот, с неба падают всякие игроки, это очень страшно. Не рекомендую повторять это дома, да? Угу. Вот. В принципе, в этом ресурс-паке особо что-то еще из аниме нет. Точнее, есть, но эти вещи мне не попались. То есть, в каждом из РП особый эндерпёрл. Эндерпёрл, кстати, вообще какие-то шикарные, красивые. Анимированные, я бы сказал так. Ну, да, они некоторые из них анимированные. Один, по-моему, нет. Не очень помню. Давайте уйдем последнего уже игрока. Блин, я так комментирую, как будто бы я прямо сейчас играю. Но я не сейчас играю, сразу говорю. О, закончилась игра. Приступаем к следующей. А этот ресурс-пак я сделал самый последний. Ой, подлагивает, кстати, да, и в этой катке бывает иногда, сорян. Еще это моя первая игра была, я тупил очень сильно, сори. Так. Этот ресурс-пак я сделал самый первый, ой, самый последний, чтобы он вам запомнился точно. В нем анимированный инвентарь. И этот инвентарь, он никак вам не мешает. И все вещи, которые вы туда положите, они будут видны, и в этом огромный плюс. Также мечи и партиклы, мне они понравились больше всего, то есть, я не знаю почему, но вот что-то меня сейчас тянет именно на такие мечи и именно на такие партиклы, какие будут в этом ресурс-паке. Они очень шикарные. Еще я хотел сказать слово, кстати, про эту карту. Мне очень не понравилось, как ее сделали, потому что наковальни убрали, либо я не знаю, куда их засунули здесь. Лава теперь вся под стеклом, и это очень тупо. Вот эта карта была единственная, которая, ну, одна из единственных, которую не надо было переделывать. Из хорошей карты сделали говно какое-то, вот честно. Ну, не говно, конечно, но ее сделали хуже. Значительно хуже.
Ну, подсасывать это, конечно, наши традиции, да? И меч сощрился. Вот, кстати, посмотрите сейчас партиклы. Вот, это шикарно. Черно-красные звездочки. Это белиссимо, это победа. Я с этим ресурс-паком играл вчера весь день, чтобы вы понимали. Ну, ладно, не весь день. Но когда я его поставил, с тех пор играл, наверное, еще часов. Ну, 4-5. С MC сметанкой, кстати, да. Камбэк на вайм в каком-то смысле. Ладно, у нас остался последний человечек. Я надеюсь, вам хватило. Небо в этом ресурс-паке, кстати, оно, честно говоря, такое себе, поэтому можно даже было не смотреть, на самом деле, я просто забыл его показать, но оно все равно такое себе. Мне не понравилось. Оно вообще фи. АКБ Wayne World бывает. А меня обвинили в читах. Бывает. Все, наша игра закончилась. Спасибо за ролик. Собственно говоря, такой получился ролик. Вот, кстати, это небо, которое мне не очень понравилось. Все ссылки на РП будут в моем Дискорде, в специальном канале текстовом. Он называется Resource Pack. Найти его несложно, он под всеми голосовыми каналами по вайму. Вот. Не буду задерживать, идите делать свои дела. Всем до скорых встреч, ждите новых роликов. Всем пока.